Всем привет! Меня зовут Оксана. Недавно я получила замечательную посылочку, коробочку от команды Doodle & Sketch. И сегодня мне бы хотелось ее распаковать вместе с вами, посмотреть, что там внутри, и также порисовать что-нибудь интересное. Итак, коробочка у нас маркер бокс для скетча маркерами. Давайте посмотрим, что же там находится внутри. Ух ты! Внутри у нас бумага Кенсон. Экстра вайт. Посмотрим, как она себя будет вести. Визиточка Doodle & Sketch. Открытка. Поздравление с днем рождения. Большое спасибо, ребята, вы классные. Чудесная позитивная желтая мишура. Ух ты, вкусняшки. Кофе с шоколадом, яблоко с корицей. Здорово, попробуем. Это у нас браш пен. Будет интересно попробовать именно этого производителя. Салфеточки, видимо, для того, чтобы вытирать руки, если запачкаются от маркеров. Два маркера Copic, Copic Sketch, синий и коричневый. Еще наклейки для вдохновения и творческая памятка. Ну что ж, посмотрим, как это все себя будет вести в деле.
Наш рисунок готов. И мне хочется пожелать каждому из вас: экспериментируйте, играйте с цветом, выбирайте те материалы, которые доставляют вам наибольшую радость. Обязательно творите, несмотря ни на что. Пока-пока!